Лунгу. Затаскивает шайбу в зону атаки О'Нил. Бросок Йенсена. Выше створа шайба летит. О'Нил первым оказывается на подборе. Скленечка. Перевод шайбы. Бросок в касание. И вновь Евгений Иванников выручает нефтехимик. Ух, какой силовой прием от Скленечки. Все в пределах правил. Там и Порядин тоже уронил игрока Йокерита. Скленечка проходит. Не по правилам сбил скорость 90-му номеру нижнекамской команды. Вообще Максим Грошев одна из главных надежд вообще нашей молодежной сборной этого созыва. Ну и, конечно, вот качественный силовой прием от Скленечки против Чевелева. Yeah.